Буквально 3 дня мы находились в городе Шали, Чеченской Республики, где нам довелось освещать замечательный турнир по борьбе грэпплинг, который был посвящен открытию вот этой прекрасной мечети, которая состоится открытие где-то через 10 дней. И завтра нам предстоит дальняя дорога в родной город Волгоград. Но перед тем, как вернуться домой, мы воспользовались случаем и решили посетить главную, скажем, сердце, наверное, Чеченской Республики, это ее столицу, город Грозный, посмотреть самые интересные места и поделиться с вами своими впечатлениями. Итак, мы из Шали отправляемся в столицу Чечни, город Грозный. Это мечеть сердца Чечни, и мы очень рады тому, что нам довелось побывать здесь, и, честно сказать, впечатление, наверное, уже выше, чем можно себе этого представить. Вот мы добрались, это самый центр Грозного, именно вот сердце Чечни, это та самая мечеть, которую говорят, что она одна из самых больших в Европе. Ну, просто мы все эти дни были в Шали, и там утверждали, что новая мечеть Шали именно та самая большая в Европе, хотя очень тяжело сравнивать, обе они большие, обе красивые, и мы, конечно, православные, но вот эта вот архитектура, вот эта постройка производит просто очень огромное впечатление. Чтобы и об этом узнать, чтобы это донести, здесь надо действительно побывать, увидеть все своими глазами, потому что просто даже на видео, ну, это довольно тяжело объяснить. А вот это уже мы находимся прямо в самом центре сердца Чечни. Если мы бы были сейчас, скажем, в нашем родном городе Волгограде, это бы назвали нулевой километр. Здесь нет указателя нулевой километр, но, видимо, отсюда, я не буду утверждать, именно начинается, наверное, отсчет километража, именно потому что это здесь самый центр столицы Чеченской Республики, города Грозного. Самый центр этого сердца всего, сердца Чечни. И я думаю, стоит загадать желание, раз уж мы появились здесь, в самом сердце Чечни, фактически на новом нулевом километре. Я обязательно его загадаю, но, естественно, вслух произносить не буду, потому что это тайна и даже лично. Буквально рядом, но практически в 10 метрах от сердца Чечни расположен такой великолепный парк. А этот фонтан, это, наверное, такая шедевр, колыбель такой архитектуры. Многие говорят, что лучшие фонтаны в Санкт-Петербурге, но я думаю, жители Грозного могут запросто с этим поспорить, потому что вот этот вот прекрасный вид, он создает не только хорошее настроение, но и сама атмосфера здесь. А, как говорится,
благоприятствует ему повышению. То есть, находясь рядом здесь, чувствуешь себя каким-то умиротворенным, и ну, я не знаю, что еще можно добавить. Я думаю, вы меня поняли. После этой великолепной мечети мы отправляемся в Грозный. Это колыбель архитектуры современной столицы Чеченской Республики. Прям перед ней находится река, куда мы сейчас пойдем, а за ней великолепнейший парк. Именно этот мы и хотим не только увидеть сами, но и показать вам, потому что здесь, если ты приехал в Грозный, ты просто обязан здесь побывать, иначе поездка твоя просто превращается в пустую формальность. Река Сунжа, очень быстрое течение и наверняка холодная вода, но я не хочу пробовать. Мы просто полюбуемся и насладимся. Это просто прекрасно, это впечатляет. Недаром говорят, что это самый спокойный и миролюбивый житель России, в чем мы сами лично убедились. А сейчас, перейдя через реку Сунжа, мы направимся в Грозный Сити осматривать колыбель архитектуры современной столицы Чечни. И вот мы уже добрались в самый центр колыбели архитектуры города современного Грозного. Это его Грозный Сити, пятизвездочный отель, великолепные фонтаны и даже раритетные автомобили. Мы буквально сейчас к ним подойдем. Вот мы дошли до парковки, это ГАЗ-24, ну наверняка на ней приехал когда-то сюда Леонид Ильич Брежнев, и еще в 60-х, скажем так, не совсем раритет. Ну а это, я уверен, приехал сам Штирлиц и припарковался, а сам поселился в гостинице Грозный Сити, пятизвездочный, наверняка в самом лучшем номере. Очень классная гостиница, по крайней мере, с видом. Ну, я думаю, даже мы не будем узнавать, сколько стоит здесь номер на сутки. Ну и самый, после раритетных автомобилей, когда мы пришли через лес, самый центр Грозный Сити, как я уже не раз упоминал, это колыбель архитектуры современной столицы Чеченской Республики, даже в месяце, когда здесь было все разрушено. Вот так сегодня выглядит центр Грозного. Как пел Вилли Токарев, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Но здесь реально потерять покой, и не от того, что что-то тревожно, а просто от того, что это реально производит впечатление. А я лично нахожусь, как думаю, и мой напарник, который помогает мне сегодня делать вот эту интересную работу, находится просто очень большим впечатлением и будет находиться еще долго. Всем, кто здесь еще не был, я даже просто посоветую, приезжайте, вы не пожалеете.
уже после Грозной Сити мы дошли до парка, просто великолепный парк. А это его самое начало, это цветочная аллея. Здесь все в цветах, все в горшках. И просто впечатляющий аромат. Ну а сейчас мы зайдем, наверное, это называется аллея любви, потому что такая красота. Я видел только здесь эти люди. Все в форме сердца. Ну, наверное, не зря как раз это рядом сердце Чечни. А это наверняка аллея любви. Вы сами видите, сколько здесь детей, и все гуляют. Опять же, повторюсь, несмотря, он уже серьезно поздний. Пройдя по аллее, у нас сложилось впечатление, что она бесконечная. На самом деле не так, она настолько сделана архитектурно, что действительно казалось, что мы идем долго-долго по какому-то большому и очень красивому туннелю. А сейчас мы отправимся к водопаду и получим новые впечатления. Водопад, я лишь только скажу два слова, но это просто потрясающе, это не только зрелище. А чисто знак, я вот в данный момент нужного слова не нахожу, видите, все так. Сейчас мы после того, как посетили сердце Чечни, посетили Грозный Сити, этот великолепный парк, мы пришли на проспект Махмуда Эсамбаева. Это можно назвать такое местным Арбатом. Здесь люди отдыхают, общаются, встречаются. Ну и, наверное, стоит уделить очень внимание, здесь нет ни одного человека в железном состоянии. И абсолютно никто не курит. Здесь свежо, тихо, спокойно и приятно. И мы сейчас вместе с вами прогуляемся по этому местному, так сказать, Арбату. Проспект Махмуда Эсамбаева продолжается дальше, ну а мы поворачиваем влево и идем, наверное, уже на ту улицу, которая известна наверняка на всю страну. Это улица имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Также набрались положительных эмоций. И после такой увлекательной прогулки, когда мы прошли по улице нашего президента страны, мы возвращаемся как на то место, откуда пришли. Это центральная площадь Грозного. Вот такой вот развлекательный, для местных жителей. Как видим, сейчас время по местному времени уже 15 минут 11. Площадь оживленная, ни одного свободного места. Это еще раз подчеркивает миролюбивость и спокойствие обстановки. И на этом, я думаю, мы можем подвести итог. Я думаю, вам понравилось.
есть так же, как и понравилось нам. Если у вас возьмут желание приехать все в столицу Чеченской Республики, вы обязательно воспользуетесь таким шансом, потому что, я вас уверяю, впечатление вам гарантировано. Подводим итог на окончательной нашей увлекательной прогулке. С вами был Константин Родионов и мой друг и коллега, замечательный видеооператор Анатолий Чернышов. До встречи!